20200 лайков. Ну, в честь Нового года. Камон, вы сможете, я верю. Всем йоу, чуваки, с вами я, PandaFX, и в первую очередь хотелось бы вас поздравить с наступившим 2020 годом. Мое поздравление будет максимально простым, просто будьте классными и все будет чики-пуки. В общем-то, ребята, сегодня на моем канале будет видосик, состоящий из двух, так скажем, частей. Первую часть я посвящу предновогоднему стриму, там произошло эпохальное событие. Я собрал кумира буквально за 30 тысяч, если не меньше, и открыл кучу паков по 100 тысяч монет. Но эта часть будет в конце, а эту часть я посвящу наградам за Викинг-лигу. Демонстрирую свой стиль с этой эксклюзивной формой. Сколько пафоса, вы только вслушайтесь. Демонстрируй свой эксклюзивный стиль. Что это, блять? Это похоже на какой-то дешевый выебон, вам не кажется? Это типа вы встречаете соперника, он видит вашу форму, и он такой: «Воу, вот это уникальный стиль! Да это же обладатель подписки EA Access, охренеть!» Ну это что-то в стиле из Real Life. Идет чувак там в Gucci или Balenciaga, и такой: «Воу! Вот это богатый парень!» Я только сейчас, пацаны, заметил то, что я своим креслом закрываю елку. Я типа думал, такое, знаете, праздничное настроение вам создам, все такое, а я настолько туп, что не заметил вот этого момента. Ну, вот так вот намного лучше, вам не кажется? Прежде всего, мы возьмем награды за Division Rivals. Впрочем-то, рейтинг 1, на секундочку. Но я не шибко радуюсь, потому что это 9-й дивизион. Кто-то спросит, какого хера? А я вам отвечу. Ребята, это лайфхаки, которые упрощают жизнь. Канадские уёбки выпустили очередную пачку икон. Но вы не хотите сильно заморачиваться нечеловеческими требованиями? Ребята, есть лайфхак, который упростит вашу жизнь. Вы просто ливаете в 10-й дивизион и разносите всяких лохов. А если каким-то чудом вам понравился этот лайфхак, поставьте лайк под этим видосом. И обязательно задумайся о полноценном формате лайфхаков для фиферов. Итак, 6 паков за 10-й дивизион. Поехали. Опа-на. Это что такое? Вы знаете, порой бывает, что в паках за 100 тысяч вам не падают эти штучки-дрючки. А что пак такой крутой? Это что за пак вообще такой? Я первый раз такой пак вижу. Сейчас я, наверное, буду выглядеть как какой-то старый дед, но я жил в то время, когда эта карточка была играбельной. Итак, с Division Rivals покончено, переходим к Food Champions. На этот раз это Элита 3. Какого хера? А где мои пики? Team of the Year начинается через 4 дня. А это отличный повод, чтобы купить монеты на моем сайте PandaCoin. Да-да, ребята, если кто еще не шарит, у меня есть свой личный сайт по продаже монет. Супер курс, фаст доставка, ссылка будет в описании. Если кому нужны монетки, переходите и, собственно, затаривайтесь в команде года. А я тем временем продолжаю недоумевать от того, что у меня нет пиков. Какого хрена? О-о-о, да это же опять EA обосрались. Какая неожиданность. Да, ребята, я уже увидел информацию о том, что людям выдаются обычные карточки вместо красных. Но дело в том, что у меня даже обычных нет. Вы понимаете, насколько я обоссыш в глазах EA Sports? А самое забавное, ребята, я нашел скрин, вот такой вот интересненький. Выбор игрока, один из 4 Food Champions. И тут Леонид падает. Ну, как говорится, не бака фича. Ну, прикиньте, чувак такой заходит в FIFA, зная об этой проблеме, уже нагрит. Такой, типа, ну какого хрена, EA Sports? Ну и потом ему падает вот такое. Не, ну после такого я в Деда Мороза поверю. Ладно, в общем-то, буду я ждать своих пиков, наверное, уже чуть-чуть попозже. Не знаю, насколько позже, учитывая, что это EA Sports. А пока что давайте откроем пак за соточку. Walkout есть, это уже неплохо. Ну, это Германия. Вряд ли что-то хорошее. Это опять Тони Кросс. Он мне уже просто падал недавно. Ну, что я могу сказать? 88 рейтинг. Ну и, собственно, пак с 3 информами, ребята. Давайте. Там есть Канте, там есть Харри Кейн и прочие-прочие ребята. Волкаут есть. Это уже неплохо. Давай, Франция. Нет, это Испания, и вряд ли это что-то будет хорошее. Ну, в общем-то, понятно, классические награды за Food Champions. Ну, а сейчас, ребята, я вас перемещу на 2 дня назад, и вы чекните, как же я практически за бесплатно собрал себе кумира. Ну и перед тем, как заглянуть к нашим корешам, не забывайте промокодик.
Давайте eSports, я жду подарочков. Да-да, вот такие вот подарочки, как под этой елочкой. А тут даже волкаута нет, чтобы вы понимали. Такой волкаут, даже щиточков нет. Это Карвахаль. Это Карвахаль, прекрасный пак, я считаю. Лучший подарок на Новый год. В общем-то, я вас не буду грузить лишней информацией. Я потратил 700 тысяч на паки по 100 тысяч, и самый лучший это был Мертенс. Люди просто понимают, что FIFA полное дерьмо. На самом деле, многие ошибочно утверждают о том, что просмотры по пизде прошли у фиферов только потому, что это FIFA, но нихуя подобного. В целом, посмотрите на весь YouTube, у многих топовых ютуберов просмотры по пизде пошли. Я думаю, этот момент настал. Шикарно, ребята, вы прикиньте, какой я мастер. По-хорошему, этот состав стоил бы мне 140 тысяч монет, то есть я уже нормально экономлю. Далее последовала сборочка иконы, я за 4 состава потратил всего лишь 90 тысяч, потому что практически все игроки были у меня в клубе. А в итоге все сократилось до 30 после того, как мне упал вот этот вот парниша. Конечно. Так, это что? Что за прикол? Тут один редкий игрок. Тут один редкий игрок? Что это? Что за прикол? Прикольно. Серхио Рамос. Один редкий игрок. У меня в паках по 100 тысяч не было такого дропа, вы понимаете? Не, ну вы понимаете абсурд происходящего? То есть получается, я на кумира потратил 30 тысяч монет по факту. Где радость? Радость будет тогда, когда мне сейчас дропнется что-то невероятное. Так, смотри, короче, я этот пак собирал очень долго. Влил много денег, времени. Давай, типа, подарок на Новый год. Ну что, ребята, как вы думаете, кто нам дропнется? Короче, давай ты сейчас откроешь пак, я отвернусь и... Ты, главное, описывай как-то визуально этого человека. Я стараюсь по внешним параметрам угадать, кто это, окей? Открываем пак с кумиром, давай. А с кого это открывать? Нет, не говори рейтинг, нас подписывайте. А что сказать? Простой ну, парень. Ну, визуально объясню. Простой парень? Да. Так, Зидан тоже был простым парнем, ребята. Не знаю, как сказать. Да, это самая простая внешность, типа стандартная. Но чуть-чуть уши, как у эльфа. Давай первую букву подскажем. Ну. С. С? Ну, да. С. Кто там? Кто там? Тихо, ничего не говорит. Говно, да? Просто не можешь угадать. Кто там форвард на S? Все смеются. Бергантина, ха-ха-ха-ха. Этот что, Сточков? Ну ладно, слушайте, это на самом деле не самое плохое, наверное, что могло упасть. Лучше, чем Макелеле, да, лучше, чем Инзаги. Учитывая то, что я потратил 30 тысяч на икону, это очень даже not bad. А вас я хочу поблагодарить за просмотр данного видоса. Не поленитесь, пожалуйста, поставьте лайк. 20 тысяч лайков было бы прям вот вообще супер. Также не забудьте оставить любой рандомный комментарий. Не знаю, поставить колокольчик. Ну и в общем вот все эти ритуальные движения, которые помогают продвижению канала. От себя лично хочу вас поблагодарить за то, что вы остаетесь подписанными на мой YouTube канал в столь непростые времена. А я буду стараться и дальше радовать вас контентом. Ну и в общем-то я полетел. Всем пока.